Здравствуйте, с вами законодатели, и я Ольга Панова. Вы смотрите юбилейный 10-й выпуск парламентской программы. Так совпало, что мы выходим в эфир почти накануне профессионального праздника каждого депутата – Дня российского парламентаризма. 27 апреля страна будет отмечать этот день впервые. История Дня парламентаризма связана с первым заседанием Государственной Думы первого созыва. Оно состоялось как раз 27 апреля в 1906 году. Кстати, депутатами той думы были два наших земляка. Крестьянин села Убеево Ядринского уезда, ныне Красноармейского района, Яков Абрамович Абрамов, и частный поверенный, то есть адвокат, из города Чебоксары, Константин Викторович Лаврский. В Чувашской республике парламентаризм зародился 75 лет назад, в 1938 году, в день выборов депутатов Верховного Совета Чувашской АССР. В канун даты коллег поздравил председатель Государственного Совета Юрий Попов. Впредь 27 апреля будет считаться днем российского парламентаризма. И во многих субъектах Российской Федерации впервые состоятся мероприятия, связанные с этой датой. Кроме этого, осенью текущего года в нашей стране будет отмечаться 20-летие Федерального собрания и деятельность его палат. Уважаемые коллеги, за 18 лет депутатами Госсовета Республики 5 созывов удалось пройти большой путь, разработать и принять большой блок законов и иных нормативно-правовых актов, которые составили правовую базу республики, на основе которой функционируют различные сферы ее жизни. В настоящее время в республике более 630 действующих законов. Госсовет приобрел опыт ведения открытого диалога с общественностью, с избирателями, стал важным инструментом демократизации общества и госорганов власти, той площадкой, где происходит свободное обсуждение самых различных проблем и вопросов. На этой основе в дальнейшем создаются законы и принимаются управленческие решения. Накануне Дня российского парламентаризма разрешите поздравить вас, уважаемые депутаты, с этой памятной датой и пожелать крепкого здоровья, удачи и дальнейших успехов в законотворческой деятельности. Девятнадцатого марта впервые в этом созыве в Госсовете прошли парламентские слушания. Более того, последний раз к такому формату работы депутаты прибегали в 2001-м. Тогда, 12 лет назад, обсуждали проекты Трудового кодекса Российской Федерации. Лидером по количеству проведенных парламентских слушаний стал первый созыв Государственного Совета. Депутаты за срок своих полномочий провели 17 подобных мероприятий. А вот, к примеру, Госсовет 3-4 созывов слушаний не проводил. Парламентские слушания – одна из форм деятельности парламентов или их палат, состоящая в заслушивании мнений членов парламента, государственных и общественных деятелей, а также экспертов по конкретному законопроекту или иному вопросу, входящему в компетенцию парламента. По их результатам могут быть приняты заключения, рекомендации. На этот раз поводом для обсуждения стали проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сама тема привлекла к разговору невероятно широкий круг лиц. А началось все с желания депутатов нового созыва разобраться, что же все-таки творится в ЖКХ. При Комитете по экономической политике, АПК и экологии создали рабочую группу. Распределили территории, каждый член группы взял шефство над своим избирательным округом и пошли в народ. За время работы были проведены десятки встреч в городах и районах республики, десятки приемов граждан. Сотни жалоб и проблем выслушали и взяли на карандаш. Впечатлений оказалось так много, что пришлось собирать общественность. Высказать накипевшее в большой зал Дома правительства пришли представители энергоснабжающих организаций, руководители управляющих компаний, председатели советов многоквартирных домов городов Чебоксара, Новочебоксарск, Канаш и Шумерля. Независимо от положения на карте Чувашии, проблемы у всех городов общие. Основные точки, на которые обращали внимание члены рабочей группы, это тарифы на услуги ЖКХ, их качество, взаимоотношения жильцов с управляющими компаниями с одной стороны, с другой управляющих компаний с ресурсами, снабжающими организациями. Жители прежде всего жаловались на резкий рост коммунальных платежей, грязь и освещение в подъездах, на работу лифтового хозяйства, на то, что в домах не проводится текущий косметический ремонт.
На территории Чувашской республики расположено свыше 10 тысяч многоквартирных домов. Это более 15 миллионов квадратных метров. Половина всего жилого фонда региона находится под крылом управляющих организаций. Правда, довольны работой УК в республике единицы. Депутаты уверены, управленцы от ЖКХ ведут себя как временщики и настроены только на то, чтобы урвать сегодня. А там хоть трава не расти. Олег Мешков привел пример рассерженных омских пенсионерок, которые во главе с 82-летней участницей Великой Отечественной создали свою управляющую компанию. Скинулись с пенсии на уставной капитал и завертелось. По этому пути уже готовы пойти и жильцы многих чебоксарских домов, уставшие от безответственности, а порой и беспредела своих УК. Основная причина сложившейся ситуации в том, что исполнители коммунальных услуг, имея уставный капитал в размере 10 тысяч рублей, не несут ни материальной, ни административной, ни моральной ответственности за образовавшуюся задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Но с другой стороны, и энергоснабжающие организации тоже не хотят упускать свое. Тарифы растут, как на дрожжах. Это мы все знаем. Обновление магистрали и сетей происходит очень медленно. До сих пор не можем получить развернутые калькуляции и сметы выполненных или выполняемых работ с ООО «Коммунальные технологии». О закупках этой организации различных материалов и комплектующих ходят уже целые легенды. Если таким образом будет содержаться все это хозяйство, через несколько лет можем прийти к городской коммунальной катастрофе. Собственники многоквартирных домов призывали власть дать в руки муниципалитетам рычаги влияния на управляющие компании. Главное, чего добиваются жильцы – прозрачная система начислений. Сегодня порядок расчетов таков, что собственник фактически вынужден оплачивать суммы, взятые с потолка, и не имеет гарантии, что деньги за свет, воду, газ дойдут до ресурсоснабжающих организаций, а не осядут в чьем-то кармане. Долги перед поставщиками ресурсов только в Чебоксарах уже исчисляются сотнями миллионов. Выход – собирать плату за ресурсы и по статье «Содержание и ремонт жилья» на два разных счета. Чебоксары решили пойти по пути создания единого расчетного центра. Плата жильцов за воду, электричество и газ должна пойти в обход управляющих компаний. Еще одна беда – суммы в расчетках за общедомовые нужды. Люди возмущены тем, что за лампочку в подъезде приходится платить больше, чем за все домашние электроприборы. Та же ситуация с водой и отоплением. Эксперты поясняют – это капкан федерального законодательства. Самостоятельно переломить ситуацию республика не может. Республикой были направлены в Минрегион России предложения по внесению изменений в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, то есть это правило номер 306, и в части пересмотра методики и формул определения нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, а также по внесению изменений в правило номер 354, в том числе в части исключения обязанности оплаты коммунальных услуг водоотведения, предоставленной на общедомовые нужды. Аналогичные предложения были направлены большинством субъектов Российской Федерации. И буквально накануне слушаний из федерального правительства пришли хорошие вести. 16 апреля текущего года, а это буквально на днях, правительством Российской Федерации принято постановление номер 344 о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг, в соответствии с которыми внесены изменения в правила 306 и правила 354. С учетом принятого постановления до 1 июня 2013 года в республике будут пересчитаны нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения на общедомовые нужды. Их размер должен уменьшиться в несколько раз. Анализ количества жалоб, поступающих в жилищную инспекцию из года в год, говорит о том, что недовольство качеством услуг ЖКХ растет пугающими темпами. Если два года назад их число доходило до 1000-1500, то в 2013 году этот рубеж был пройден еще в марте. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, они присущи не только нашему городу или нашей республике, но и в целом по стране. Не зря сам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на одном из совещаний, значит, посмотрев, так сказать, на рост тарифов, которые существуют в некоторых городах и областях, пришел просто, ну, если культурно сказать, в недоумение, выразив фразу, которая прозвучала во всех средствах массовой информации: «Вы там что, все с ума посходили?
Ведь это уже, так сказать, итог того, что нужно принимать кардинальные какие-то меры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И если их сейчас не принять, придет какой-то коллапс в отдельно взятых регионах или городах. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Поэтому я считаю, что совершенно правильно было принято решение руководством Государственного совета вынести обсуждение данного вопроса на парламентские слушания. Значит, это один из таких, как бы сказать, методов принятия определенных решений, по итогам которых, значит, была принята резолюция, значит, которая будет направлена в правительство Российской Федерации и в Государственную Думу Российской Федерации. Мы, по сути дела, надеемся на то, что, так сказать, вот руководители правительства Российской Федерации, значит, так сказать, и депутаты Государственной Думы прислушаются к нашему мнению с низов. Потому что совсем ничего не делать практически нельзя. Потому что наступит через несколько лет коллапс, в том числе и в нашем городе. Этого допустить мы ни в коем случае не можем и не должны. Потому что это будет лежать на нашей совести. По результатам парламентских слушаний был принят целый ряд рекомендаций, да, к правительству республики, к органам местного самоуправления, к Государственному совету. Вот, ну, тройку, на ваш взгляд, самых таких больных направлений, вот, по которым нужно действовать буквально уже сегодня-завтра. Значит, во-первых, конечно, это тарифы. Вот как. Значит, самая интересная здесь ситуация в том, допустим, что за рост тарифов, как бы сказать, у нас специальная служба есть, которая, так сказать, она отвечает. Но в связи с тем, что, так сказать, много здесь поползновений, которые доказывают определенная, так сказать, служба о том, что нужно вот тарифы постоянно повышать, понимаете, у нас рыночная экономика, она какая-то вот такая своеобразная в нашей стране. У нас вроде как говорят рыночная экономика, но цены всегда только повышаются и никогда не снижаются. Вот впервые сегодня в новостях я утром пил кофе, так сказать, на федеральном канале объявили, что «Лукойл» снижает цены на бензин. То есть для меня это было так удивительно, что как это так? Впервые вот снижают цены, да? Значит, поэтому надо подходить к этому очень кардинально. Значит, момент здесь очень такой злободневный, так сказать. Многие жители нашей республики спрашивают о том, что рост тарифов связан, значит, с существованием такой компании в нашем городе, в нашей республике, как коммунальные технологии. Вот. Безусловно, в этом вопросе надо разбираться очень досконально, Посмотреть, значит, целесообразность существования данной организации, потому что она является, как бы сказать, посредником с громадным управленческим аппаратом, который надо содержать. Содержится он, безусловно, на деньги как раз вот наших жильцов. Значит, вопрос кардинальный, самый настоящий. С другой стороны, значит, управляющие компании сами по себе. Я считаю в настоящий момент, что правительство Российской Федерации и депутаты должны принять, которые ограничивают самостоятельность управляющих компаний. Жесткого контроля за их деятельностью нет абсолютно никакого. Они копят многомиллионные долги. По их вине они не расплачиваются с энергосбытовыми компаниями. Значит, и в конечном счете все всем должны. Но никто не может доказать, кто виновен в данной ситуации. Вот где главный корень, так сказать. В любом случае, даже при рыночной экономике, я считаю, должен быть жесткий контроль за социальными слоями, за социальными, вот как бы сказать, сторонами нашей жизни, за социальными сторонами нашей жизни правительством должен устанавливаться жесткий контроль. Иначе просто быть не может. Потому что люди распоясываются, если нет контроля. Коммунальные технологии назывались едва ли не одной из главных бед жилищно-коммунального хозяйства. По крайней мере, в Чебоксарах и Новочебоксарске. 30 миллионов в год город Чебоксары получает от аренды муниципального имущества. Однако стоимость этого имущества переваливает за 3 миллиарда. По мнению парламентариев, арендная плата копеечная. В 2005 году я был против того, чтобы коммунальным технологиям передавали имущество теплосетей, муниципальное имущество. На сумму свыше 4 миллиардов рублей было передано имущество. Я был против. И в итоге все равно передали. Тогда не было даже документов на собственность данного предприятия. Сейчас выясняется, что якобы чуть ли не миллиард уже было разворовано. Если пропал миллиард рублей, это значит, миллиард рублей был включен в стоимость увеличения тарифов. Тогда, значит, наши тарифы действительно завышены, если это так. То есть этот миллиард должен обратно вернуться нашим избирателям, нашим жителям. Я против того, чтобы такие компании, как коммунальные технологии, существовали. Необходимо брать муниципалитету в свои руки, данные, скажем так, услуги. Необходимо зарабатывать. И, соответственно, если муниципальная компания зарабатывает, вся прибыль идет куда? Обратно возвращается в город.
В результате слушаний парламентарии приняли целый ряд рекомендаций Кабинету министров Чувашии, Государственной службе по конкурентной политике и тарифам, жилинспекции, прокуратуре, органам местного самоуправления. Парламентарии же займутся подготовкой законодательных инициатив для Государственной Думы. В частности, будет предложено обязать руководителей УК декларировать свои доходы. Снизить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг с 22% до 10% от совокупного дохода семьи. Чувашские парламентарии намерены сформулировать свои поправки в целый ряд нормативных актов. От Жилищного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях до законов об электроэнергетике, теплоснабжении и бухгалтерском учете. Требуется совершенствовать действующее законодательство по следующим направлениям. Вот по части 8.2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что собственники помещения в квартирном доме на основании решения общего собрания в одностороннем порядке могут отказаться от исполнения договора управления. Значит, у нас сегодня достаточно много таких решений собрания, когда не успели выбрать одну управляющую компанию, завтра другая инициативная группа пытается проводить такое же собрание и, значит, выбрать иную управляющую компанию. То есть вот здесь вот процесс выбора управляющей компании, значит, вот этой статьей 162, практически, значит, он дает возможность вот таким, даже может быть рейдерским захватом. Значит, вот хотелось бы, чтобы все-таки было конкретно прописано в законодательстве, в каких случаях, во-первых, разрешается расторгать договор управления многоквартирным домом, и какой-то установить период, в течение которого нельзя было бы вообще переизбирать управляющую компанию. Потому что итоги прошлого года мы имеем, значит, весь год занимались управляющей компанией ДЭОН и управляющей компанией Инженер. В общем-то, все эти вот действия, которые они не прописаны, были вот такие вот, четко не прописаны, вот и позволяют заниматься выборами управляющих компаний постоянно. Недостаточная правовая защищенность населения заключается и в том, что решение о выборе способа управления многоквартирным управляющей компании необходимо обязательно утвердить условия договора управления. То есть вот эта норма тоже у нас не совсем четко прописана в законодательстве, поэтому хотелось бы, чтобы условия заключения договора, нормы или формы этого договора управления, она тоже была бы утверждена на уровне правительства Российской Федерации или там, во всяком случае, на уровне федеральных министерств. Сегодня нужно делать, наверное, более активно, то есть проводить такие мероприятия. Почему? Потому что это касается серьезных проблем. Мы затронули одну из важнейших проблем сегодня в Чувашской Республике – это жилищно-коммунальное хозяйство. У нас существуют огромные проблемы и с завышением тарифов. У нас существует проблема огромные и с капитальным ремонтом домов, обслуживанием управляющими компаниями. Поэтому мы выступали и говорили, что хотя бы в первую очередь необходимо, чтобы депутаты сами утверждали тарифы ЖКХ. Иначе у нас приведет все к тому, что тарифы будут расти, и никто не будет даже интересоваться тем, почему они сегодня растут. Сегодня необходимо депутатский корпус совместно включать в работу с комитетом по тарифам и ценообразованию. То есть необходимо это сделать. Сегодня необходимо управляющей компании уже начинать реально наказывать, не выписывать предписания, а реально наказывать за то, что они воруют деньги. Ведь при капитальном ремонте они вписывают несуществующие работы. Они вписывают туда, завышают стоимость, они увеличивают количество материалов использованных. Это мошенничество, это воровство. Уже необходимо за это наказывать. Далее. Управляющие компании сегодня собирают тарифы. От этого надо уходить. Должны быть прямые отношения, то есть между поставщиком услуг и прямые взаимоотношения между потребителем тех же самых услуг и тарифов. То есть если управляющая компания моет дом, убирает, вывозит, то есть они должны за это получать деньги. А кто вывозит мусор, он должен получать за это сам деньги. Кто предоставляет электроэнергию и теплоснабжение, он должен сам за это получать деньги. Почему мы ищем посредников? Почему теряются наши деньги? Да потому что нет прямых взаимоотношений. Вот сегодня эту проблему необходимо решить. Главное резюме слушаний. Власть должна сделать все, чтобы жители Чувашии не расшифровывали аббревиатуру ЖКХ, жилищно-коммунальный хаос, жульничают как хотят или живите как хотите.
Это были законодатели. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До новых встреч и до новых депутатских историй. Прощай.